Вакцинацию от коронавируса намерены включить в национальный календарь прививок. Такой законопроект в Госдуме уже приняли в первом чтении. Поправки могут сделать вакцинацию от ковида фактически обязательной для учителей, врачей, соцработников. Сейчас в календаре уже есть прививки против гепатита Б, дифтерии, коклюша, кори и туберкулеза. Вдобавок ко всему, новый закон позволит всем желающим вакцинироваться за счет средств федерального бюджета, а сейчас деньги на вакцинацию идут из резервного фонда. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Натаров уверен, в таком виде закон принимать нельзя, необходимо оставить вакцинацию добровольной. Законопроект простой, который предусматривает только изменения финансирования, которое сегодня идет на вакцину. Сегодня финансирование идет с резервного фонда, то есть не из бюджета, а с резервного фонда. Пока на сегодняшний день мы воздержались от принятия этого законопроекта. Мы хотим увидеть реальную поправку, которая гарантирует людям добровольность в применении этой вакцины. Мы сегодня говорили о том, что информированность должна стать неким таким основой для того, чтобы люди поверили в вакцинацию. Сейчас в стране первым компонентом спутника ВИ привились более 18 миллионов человек, а численность населения России, напомню, по последним данным, около 146 миллионов человек.